Всем привет! Пока я на Иске, думаю, ну грех не снять еще раз. Может быть, кто-то очень скучает. Это так красиво, это нужно видеть. Так что немного посмотрим Иски вместе. Первое, что, конечно, на Иске, зелень. Зелено очень. Такая красота после Неаполя. Вообще. Какие отели красивые. Отель Флоридиана. Сейчас я на пляже, никого нет. Такой пляж прямо около порта. Два шезлонга и зонтик. 20 евро. Вы тут можете посмотреть цены на овощи свежие, итальянские, фрути вендола, это ларьки с овощами, так называются в Италии. Сегодня обязательно попробую ладзингара. Это бутерброд из китанский. Я его еще не пробовала ни разу. Делают ликеры, так же как во всей Италии, но больше всего рукколино. Иду вот этой дорогой на какой-то пляж в надежде, что он будет классный, потому что ехать на автобусе мне неохота, а я здесь гуляю поблизости. Вот такая дорога, крутой подъем, чуть я уже устала. Пляж прям рядом, слева от порта. Кому интересно,
пляж dei inglesi, то бишь англичан. Поворачиваем сюда. Еще немножко подъема. И лучше взять автобус и поехать в Сант-Анджело. Или в Форио на пляж Посейдон. Считаю, что это просто самый крутой пляж. Здесь только что была ящерка. Хотела снять, но, видимо, нет. Это хороший знак. Куда чем? Но на видео снять не получилось. Спускаемся, наконец. Хоть бы там был белый песок. А на море белый песок. Вкусно пахнет. Время обеда. Готовят что-то очень вкусное. Похоже даже на кролика. У Наиски главное блюдо, как и на прочие, это кролик. Но кролик называется по-искитански или кролик по-прочедански. Кролик по-прочедански я попробовала, по-искитански нет. Чем отличается, пока сказать не могу. Ладно, идем дальше. Все-таки вам удача получилось снять. Такие большие здесь. Мы пришли. Это я и я. Манаджа. Это пляж. Девочки, мальчики. Я чуть-чуть ошиблась. Там был нарисован красивый пляж. Сейчас посмотрим. Этот пляж возле порта. Если вам очень жарко и вы хотите погулять около порта и не хотите ехать пока в другую часть, можно искупаться здесь. Но, как видите, это минимальный пляжик. Но водичка здесь очень чистая. Красивый, на солнце он зелененький. Где ты? Ой, какой красивый. Нашла крутое кафе на Ивске, кофе Или. Потом выпьем обязательно. Сейчас по здесь же и пообедаем. Здесь я и села обедать. Называется дачичо. У меня еще проблемы иногда с чтением. На Иске нужно обязательно попробовать ладзингара. Дзингара. Это такой хлеб вкусный, запеченный с моцареллой, прошутто крудо, помидоркой и салатом. Но именно отличие от сэндвича — это хлеб вкусный на закваске. Попробуем. Вкуснота. Прошутто крудо, моцарелла, помидор и салат. Должен быть еще майонез, но они не положили, и это замечательно.
огромные вот такие вот бутерброды. Вот мы зашли внутрь выпить этот кофе. Как всегда, кофечки мато, макиато. После обеда решила все-таки приехать на пляж побольше. Песочек беленький. Как я скучала. Но он здесь только беленький, все равно по итогу он темный вулканический. Ну вот такой пляж. Сочи-Сочи. Я, конечно, очень соскучилась по белому песочку. И все-таки он здесь светлый, красивый. Это не этот черный песок, а беленький. Господи. Какая красота. Клево. Какой пляж. Как вы поняли, бесплатная часть пляжа. Есть еще часть пляжа с лежаками, платная. Ну и на этом мое видео заканчивается. До новых влогов. Спасибо за просмотр и лайки. Пока-пока. Чао-чао.